обратно поедем в Юдино. В Казани пассажирка такси отказалась оплатить поездку. Расплата последовала тут же. Водитель такси решил ее проучить. Он катал ее до тех пор, пока она не отдаст деньги. Я говорю вам, он вам пока не заплатил. Мне ничего не заплатили, наличные стоит. Вы платить будете? Закройте. Так не будете. Будем кататься, сейчас Дербыш, обратно поедем в Юдино. Нормально, в Казани только так кататься надо. Нормально, нормально. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.